Новая программа по развитию агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020» стала темой обсуждения на заседании в Акимате Карагандинской области. Во главе совещания вице-министр сельского хозяйства Муслив Умирьяев, который рассмотрел новшества с акимами сельских районов, руководителями областных управлений и сельхозтоваропроизводителями. О каких инновациях идет речь, расскажет Дана Марат. Главной целью собрания является презентация положения программы «Агробизнес-2020». По словам вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева, программа создана для того, чтобы создать условия для субъектов агропромышленного комплекса в Казахстане. А направление программы – финансовое оздоровление и повышение доступности товара, также развитие услуг для субъектов агропромышленного комплекса и повышение эффективности систем государственного регулирования. Для того, чтобы именно повысить конкурентоспособность сельского хозяйства, до 2020 года необходимо в кратном размере увеличить субсидирование производства продукции. Концепцию программы «ЖЭЛАУ и развитие семейных ферм» представил председатель правления «Казагроуэнэм» Александр Салюлов. По его словам, проект нуждается в доработке и будет дополнен с учетом мнений и обсуждений регионов. А еще председатель правления отметил цель данного проекта. Поддержать тех, кто хочет работать непосредственно в фермерских хозяйствах. Это должно быть приоритетным направлением программ поддержки для развития фермерских семейных хозяйств. Также Салюлов рассказал, что государство поставило создать условия такие, чтобы этот фермер работал на фермерской усадьбе и имел условия, подобные городским. Дана Марат, Тулеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.